Здравствуйте, друзья! Сегодня вновь с вами канал «Я и мой хвост» и я его ведущий Олег. Мне поступила заявочка, мне причем, я вот сейчас отвлекусь немножко, мне очень приятно, что нас смотрят не только в России, Украине, Казахстане, в Америке, в Канаде, в Нидерландах нас смотрят даже. В Японии есть два человека, которые смотрят мой канал. Мне очень приятно, я выражаю свою признательность. Спасибо вам, ребята, что смотрите. Очень приятно, что наши люди есть везде. И вот сейчас поступила мне, значит, просьба из Канады снять передачу, как нужно правильно чистить ушки. Михаил, специально для вас, значит, я показываю эту процедуру, как вы и просили. Значит, давайте начнем со средств. Я бы разделил их на две категории. То есть средства ушные для чистки ушей, которые состоят и на водной основе, и есть средства для чистки ушей, которые на масляной основе. Я вот отдаю предпочтение средствам, которые на масляной основе. Значит, ну вот у меня сейчас здесь бутылек, я не буду рекламировать. Я вообще, собственно говоря, не покупаю эти средства, я просто приобретаю небольшой, значит, бутылек Johnson's Baby с маслом и экстрактом ромашки для новорожденных. И вот переливаю в более удобную бутылочку и пользуюсь этим средством. Ну, очень удобно это. Дальше, значит, вот у меня здесь представлены ватные палочки в таком виде. Вот в таком виде. Никогда не пользуйтесь для чистки ушей вот этими предметами. Этими предметами вы только навредите. То есть вот эта вот ватка может сорваться с палочки. Вы можете ткнуть в перепонку этой палочкой. То есть не надо этого делать. Лучше всего, конечно, подходят вот такие вот ватные диски. Они продаются во всех магазинах. Я пользуюсь ими. Ну, давайте перейдем непосредственно к процедуре. Вот у нас есть собачка. Вот ее ушко. Собачку, естественно, лучше заранее замотивировать. Акбар, тебя не видно, сядь, пожалуйста. Садись. Значит, берем ушко собачки, открываем бутылек. Прям капы заливаем туда небольшое количество этого маслица. Затем возле основания черепа, возле основания ушка промассируем все это дело, чтобы оно равномерно разошлось. И под воздействием масла вот эта вот ушная сера, которая вырабатывается в ухе, она поднимется вверх. То есть мы, вот заметьте, не здесь, не сверху я массирую, а именно вот возле основания. Вот промассировал, значит, ушко. Я разрываю на две половинки ватный диск, потому что при разрыве он имеет более такую мягкую фактуру. И уже на палец и протираю на глубину пальца. Сильно далеко не надо лезть. Вот, пожалуйста, видите, ушки у нас грязные. Следующий берем и протираем, чистим ушко животному. Ромашка у нас обладает бактерицидными свойствами, то есть она немножко даже полечит ушко. Но при осмотре уха, пожалуйста, обратите внимание на то, нет ли у вас там серого такого налета, то есть не именно ушной серы, она выглядит специфически выглядит, вы поймете, а именно как пыльного такого ушного налета. И если вы уже увидите вот такой вот пыльный налет, то знаете, у вас, скорее всего, в ухе поселился ушной клещ. И визита к ветеринару вам не избежать. И вот такой простой чисткой уха вам уже не обойтись. Нужно будет приобретать специальные уже какие-то препараты для того, чтобы ваше ушко пролечить. Ту же самую процедуру мы повторяем со вторым ушком. Ну, естественно, если у вас собачка не приучена, пожалуйста, мотивируйте этот процесс. То есть либо поиграйте потом после этого с собачкой,
либо дайте подкормку, если она имеет зооветальную мотивацию. Ложись, Акбар. Вот, единственное, я прошу обратить внимание при подборе, значит, препарата. Обратите внимание на то, чтобы препарат, который именно для чистки ушей, не для лечения именно ушей, а именно для чистки ушей, чтобы он был не на спиртовой основе и не на основе перекиси водорода, потому что это ушко сжигает, вы можете причинить боль своей собачке и нанести в ухе ожог. Поэтому я рекомендую либо водные эмульсии какие-то, либо масляные эмульсии. Спасибо, с вами был канал «Я и мой хвост», я его ведущий Олег и Акбар.